Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу поделиться очень простым рецептом, как приготовить сливовый компот на зиму. Для этого, кроме сливы и сахарного песка, нам потребуются лишь пастеризованные баночки. Я готовлю в 1,5-литровых баночках. И я заранее пастеризовала баночку, прокипятила крышечку. Сливу промыла как следует, и теперь буду укладывать 0,5 банки сливы. Итак, 1 килограмм сливы я разложила по баночкам, получилось ровно по 0,5 банки сливы. И на эти 2 банки мне понадобится 1 граненый стакан сахарного песка. Но пока мы его оставляем в сторону, сейчас нужно залить простым кипятком эту сливу. Итак, мы залили сливу кипятком. Теперь прикрываем крышки, просто прикрываем, не закручиваем ничего и оставляем сливу остыть приблизительно на 10-15 минут. То есть мы не до конца ее остужаем, 10-15 минут. Слива, как видите, лопнула, это ничего страшного. Первый раз мы заливаем ее просто кипятком. Через 10 минут мы сливаем воду. И теперь в эту воду добавляем сахарный песок. Доводим до кипения. После того, как сироп закипел, мы нальем его в баночку. И закроем крышкой. Уберем на хранение. Сначала мы, как всегда, перевернем банку на предмет обнаружения течи и оставим ее остывать в таком положении. После того, как компот остыл, его можно убирать на хранение на зиму. Баночка готова, наш компот готов. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале «Начинающим кулинаром Новый Скукс».